Одними из первых прихожан церкви станут и работники больницы. В клинике работают две сестры милосердия. Мажем святым маслом их, кропим святой водичкой, беседуем с ними на духовные темы. Затем, значит, готовим их к причастию. Раз или два раза в месяц службы находим свободных батюшек. На Руси списки чудотворной иконы особо почитались. Многие верующие молились Божьей Матери Скоропослушнице. И она избавляла от кораблекрушений, мора и других бедствий. Освобождала от плена, исцеляла больных падучей и беснованием. Уже в феврале церковь собираются открыть для посетителей и осветить. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Андрей Шоклев. Республика.